Начался учебный год, и это значит огромное количество детей нашего города сейчас будут переходить через дорогу. И очень важно, чтобы они с ранних лет понимали, как правильно вести себя на проезжей части. Специально для этого в Щелковской школе номер 16, а также в лицее номер 7 прошли тематические мероприятия, где юных школьников посвятили в пешеходы. Посвящение маленьких пешеходов приурочили к единому дню профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Но не только в школах, не только с первоклассниками. Сегодня проходят мероприятия во всех детских учреждениях, дошкольного и школьного образования. В этот день мы напоминаем детям, непосредственно педагогам, как необходимо проводить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по соблюдению правил дорожного движения. Ребятам в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения, позагадывали загадки, а также вручили наборы со светоотражающими элементами. Также детям напомнили, чтобы они никогда не слушали наушники, когда идут через дорогу. Можно переходить дорогу только на зеленый свет. И дорогу можно переходить только там, где есть пешеходный переход. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.